И вторая часть. Прям. Все. Небо не лучше у нас. Погода оставляет желать лучшего. Короче, погоды вообще нет. Не то что плохо. Ее вообще нет. Комаров-то что? Господи, прекратился. Эти повылазили. Тут тоже что-то. Но только такие переростки. Куда нахрен их? Нету грибов. Пока что. Ничего хорошего. Вот тут газовики что-то наломали, накрутили. Вся любовь. Что-то я минус не туда попёрся, не в тот район пошел. Да, да, хожу, хожу, еще понять не могу, куда я попал. Быстро они тут сработали. Вот железочек. Вроде бы. Так, короче. Давай разберемся. Черканем дома. Тоже будет нормально. Часть вторая, а? Друзья мои, хотел вам сообщить. Стартовал новый канал Чисто Егора Лебедева под названием Егорка Лебедев. Вы скажете, кто такой Егор Лебедев? Это нам ни о чем не говорит. А я вам скажу. Это начинающий промысловик. В этом канале я хочу сказать, будет трэш. Для любителей лесного трэша это ваше. Вон какой гарный, гарные красноголовочки тут стоят. Вон еще один. На этом канал трэша. Сразу говорю. Канал трэшевый будет. Потому что особенно там, где я с Егором буду вместе. Особенно он тут решил свой путик чисто пробить. Чисто свой. Потому что он считает, что я что-то ему плохо там подсказал. Короче. Идет. Канал Егорка. Так и называется. Егорка Лебедев. Канал. Сразу говорю, это
Егор начинающий промысловик. Пока у него только один подписчик, то бишь я. Ставлю пока на паузу. Один подписчик. Это подписчик я. Друзья мои, куда-то я забрел. Короче, один пока подписчик, это я. Ну, канал трэшевый. В канале там трэшу будет. Мама, не говорю, вы хороший красноголовичек. Канал. На канале будет трэшев в Егоровом стиле. Это будет что-то с чем-то. Канал. Так, это. Короче, на канале будет трэша. Потому что, короче, увидите сами, что. Так что, друзья, прошу поддержать начинающего блогера в его начинаниях. Ну, короче, снимать-то буду я его на видео. Камеру, ну, на телефон, потому что у него возможности нету самому себя снимать. Короче, и ну, короче, смотрите, там мы продолжаем собирать грибки. Сейчас немножко по этой стороне пройдем, пойдем назад. Уже все, дождь начинается, надо прошуровать домой. Ну, вы не забудьте подписаться на канал Егора Лебедева, то бишь начинающего промысловика. Канал называется Егорка Лебедев. Я вот, нет, не могу я как-то скинуть вам ссылку на его канал. Ну, короче, видео у меня сейчас, которое будет праздничная сбор грибов. Когда на день рождения канала 2 года было, я снимал. Там под видео есть, как называется, есть комментарий Егора. Это я, Егор, или как-то так. Вот. Ну, вот так, может, найдете вы его канал. Только так я, наверное. Я не умею ссылки скидывать, да? У меня же не с компьютера, а с телефона. Думаю, не знаю, короче. Не получается у меня сделать. А мы собираем грибы. Ну, Егора на канале тоже будет сбор грибов. Ягод, рыбы. Туристические походы в основном. Возможность выживания по методу Тимохи Баженова. Тимоха Баженов, тебе привет. Твои видео вызывают оставлять желать лучшего. Ну, как я. Бывает, смотрел, как ты там в туалет нырял туда-сюда. Метод выживания. Тут у нас нужно
Никакой. Во! Вот это что-то. Тут уже прошли тут люди. Так что здесь, наверное, нечего ловить. Хрен с ним, пройдемся для дороги, для выхода. Вот так вот. Нормально, в принципе, тут. Тут немного есть. Короче, на жареху набрал. Да и ладно. На жареху набрал, да и ладно. Да. Все у нас, все. Все в воде. Все сырое, все в воде в этом году. Вот уже почти подхожу. Фу, вот это. Вон какой перестойный гриб. Что его? Куда его? Короче, наверное. Ладно, до свидания, друзья. Любви, здоровья вам, всего наилучшего.